Ребята, всем привет, всем доброе утро, на часах 12:10, я только что проснулся, сейчас я иду делать все свои дела, мыть голову, собирать вещи, потому что сегодня я еду в Москву, и завтра утром я уже там буду. Вы будете со мной, я вам все покажу. Всем приятного просмотра. Ну что, ребята, я наконец-то вышел из дома. Сейчас я иду за кроссовками и потом иду гулять. Вот, буквально на час, потому что мне нужно еще собрать вещи и приготовить все в Москву. Ну, вы опять же будете со мной, и поэтому смотрите дальше. Ночью мы с Аленой пришли в додок, потому что на улице пошел дождик. Вот. И там два моих заказа тупо висят. Нам должны сюда принести. Алена, пару слов. Пару слов. И мне холодно. Это все наркотики, котики, котики. Холодно? Тоже да, реально, Дудо, вы можете, пожалуйста, отключить кондей? Это видео, правда, выйдет 23-го, но все равно. Не, пока оно еще выйдет, начнем с этого. А почему? Ну, потому что... Просто потому что. Почему? 7. Ребятки, я дома. Сейчас я буду собирать вещи, а потом я буду их собирать. Да, вот, а мне нужно собрать все вещи. У меня это, тут лежит малая часть вообще вещей. Остальная сушится, другая тоже сушится. Короче, это какой-то трэш. Как я соберу вещи, мы с вами опять встретимся. Уи! Забыл для вас заснять, как я выхожу из дома. Просто я реально очень много чего сделал. Я собирал вещи, я убирал комнату свою. Все же в машине, и мы уже едем в деревню. Сначала я еду в деревню, а уже к 9 я еду в Темников. Там сажусь на автобус и еду до Москвы. Вот. В каком-то влоге я показывал Сёму, вот со мной Сёма опять. Вот, и, короче, я еду в деревню, вещи я все собрал, но у меня такое ощущение, что я что-то забыл, трэш какой-то. Ну все, давайте, следующий кадр, наверное, будет с вами в деревне. Какой-то трэш, мне холодно. Мы остановились. Трэш, я хочу спать. Потому что я просто лежал, слышал музыку, мне было написано «нет сети». Просто тупо 2 часа. Это какой-то трэш. Серьезно. Капец, холодно, но, типа, сидеть в автобусе нет. Я не хочу, потому что это... У меня спина просто сейчас ломается уже. Сколько я еду, это пипец. Просто время... Сколько? Время... 3:30. Идеи должны через час приехать, но я сомневаюсь. Мы, наверное, 5:00 приедем только. Трэш. Мой перекусик. Большой. За 25 рублей. Там еще что-то есть. Короче, ребятки, я в Москве. Я не могу для вас ничего снять из автобуса, только вот одно видео вставлю, где я отправлял видеосообщение в Телеграме, потому что там было очень много людей, и я очень хотел спать, но не мог заснуть, и было очень темно. А сейчас я в Москве, мы отправляемся гулять, и уже точно я для вас что-нибудь смогу поснять. Все, смотрите дальше, кайф. А, и еще я приехал сюда домой уже в 7 утра, и встал в 2 часа дня. То есть сейчас у нас на часах 15:55. Трэш. А мы вот с Ангелиной идем на Некрасовку. Ангелина, передай моим подписчикам... Ты сейчас будешь влоги эти снимать, дурацкие? Да. Передай моим подписчикам привет. Вот, трэш. И коронавирус. Ангелина нашла меня. А я Ангелину. Прикольно. Да, Ангелина? Зачем? А мы продолжаем снимать.
И круто, что-то сейчас было, типа, он насрал. Приходите в моде, покупайте, все дешево. Нет, все дорого. Смотри, это пенар. Ой. А мы едем домой. Короче, мы приперлись домой. Ну, заходим. И смотрите. Так я открыл. А, ребят, я завершаю свой влог. Мне Ангелина светит фонариком. Вот, все, удачного просмотра. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Хомяк и Ангелина. Удачного просмотра в конце видео. Да. Вот, ну короче, все. Всем спасибо, всем пока. Скоро будет новый влог. Бам. Понятно, знаешь, я знаю.